То есть экватор, седьмой раунд. Знаете, можно было, конечно, посоветовать Симакову просто подраться. Вот я говорил, навязать ему, да. Ну, а вот несколько сумбурных голов, обмен ударами. Пропустить, ну как попасть, так и пропустить. Ну, больший шанс пропустить. А другого, да, может быть, но другого шанса я вообще не вижу. Он постоянно вот под этим прессингом, под он на мушке. Страхом получить удар, да, на мушке, совершенно точно, вы заметили, вот нашли. И это психологически. Похоже, все. Похоже, он просто не выдержал, сломался. Да. Это нокаут. Ну, сколько можно ударов пропускать, все. Ему просто плохо, посмотрите. Да, 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 да. Это количество перешло в качество. Да. Но держался как мог, конечно. Ну что, Сергей молодец, просто молодец. А... ну, великолепный бокс, мне так кажется, он продемонстрировал. А Симакова, я думаю, сейчас повезут в больницу. Посмотрите-ка что. Он обессилел просто. Он обессилел, он пропустил столько сильных ударов, что он, ну, нереально просто выстоять. И вот последний удар, он ушел от него, наклонился, но уже сил не было подняться, он рухнул. Чувствовал, понимаете, поэтому и не повышал темп. Когда находишься рядом, ты же лучше чувствуешь состояние соперника, человека, да. Да. Посмотрите, очень тяжело, а? Тяжелейший нокаут. Тяжелейший, это мягко сказано. Где врач? Где врач? Ну вот, как думаю, что человек, зрители аплодируют Симакову. Что же, мужественно держался. Но вы знаете, вот хочется немножко попенять на его секундантов. Ведь они тоже видели все это. Они близко, они чувствовали дыхание человека, конечно, его пульс. Они находились просто в сантиметрах от него. Вот в перерыве. Они должны были почувствовать, ну, что хотя бы, в хотя бы не хотели бы от продолжения. Но они должны были спросить его и вот должны понять его состояние. Ведь на кону здоровье человека. Это очень важно. Да. Общее понимание, тишина в зале. Люди соболезнуют Симакову. Ну, естественно, аплодируют. Сейчас зааплодируют Ковалеву. Дорогие друзья, на 47 секунде 7-го раунда победного технического нокаута. Почему технический? Да, это нокаут чистый абсолютно. Конечно. Какое-то название придумали, технический нокаут, да и все, самый настоящий. Ну ладно, это не важно по большому счету.